В Днепропетровской области горит военный полигон в поселке Гвардейское. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник во время учения около 11 часов дня. Стрельбы приостановили только к 15:00. Горит сухостой. Пожар оказался настолько масштабным, что к ликвидации привлекли почти 300 человек. Огонь охватил почти 25 гектаров. Пока информации о пострадавших или жертвах нет. По состоянию на сейчас там продолжается работа по локализации и ликвидации пожара. Сложность состоит в том, что около 20 очагов возгорания на территории. И на месте сейчас продолжают работать 10 единиц техники спасателей, 60 человек личного состава, а также техника лесхоза и Министерство обороны. Планируем пока оставаться там на всю ночь.